пчелки, откарники. Пешец из Германии. Уже в далеком-далеком. Там, в седьмом или восьмом поколении уже, короче. Даже нет смысла уже считать, в каком поколении. Ну, блин, тут все пахнет пчелками, как я люблю запах пчел. Это когда сидят они зимой, а потом сидишь, смотришь, а блёт, этот запах пчелы. У каждой семьи свой запах. Это от матки, наверное, зависит. Феромоны. Вот этот запах пчел непередаваемый. Пчелка, как видите, практически вся серая. Иногда стреляют по эски где-то. Очень маленький процент. Несмотря на то, что тут и карника, и бакфаз были на точке, и все. А матка облеталась, и пчелы практически серые. На 99%. Такие же, как и изначально они были. Как ни странно, и миролюбие, и трудолюбие, и мостойкость, все у них осталось. Медоносность. Легко из роевого выходят. Выводятся вообще легко. Без напряга. Как-то так. Как ни странно, но все эти утверждения ученых и матководов, они на практике почему-то не подтверждаются. То есть сейчас должно было это уже все раствориться, по идее, на местном трутовом фоне, и должна была здесь бегать сейчас разнобой. Пчела, она, видите, вот опять в семье. Смотрите, какая пчелка. Один в один. Сейчас на маточке напиши карника тройзик из Германии. И никто даже не отличит. Не, один в один. Точно такие же. Хотя, я говорю, это седьмое, восьмое уже поколение. Идет вот. И как это объяснить можно? Я не понимаю, даже если сейчас. Возможно, у некоторых маток есть. Ну, у некоторых пород маток гены гораздо более сильные. Ну, как-то же сохранились до сих пор пчелы разные на этой планете. Почему-то они не перемешались. Мы бы сейчас не имели бы пород бы разных пчел, итальянских, карники там, и так далее, среднерусская и так далее. Сейчас бы на всей планете, по идее, были бы уже все это. Ну, вот как и людей. Несмотря на постоянное кровосмешение, почему-то до сих пор есть у нас негроидная раса, и европеоидная, азиаты есть. Как ни крути. Так что не все так просто и прозрачно в этой генетике, как мы себе, люди, там думаем. Как видите, без всякого искусственного осеменения, без всякого этого, на в естественном трутовом фоне получаются серые пчелы, ведь. Такая же карника, как и миролюбие у него. Никто на меня не нападает, никто не это. Ну все, она вообще никак не отличается от той карники, которую я когда-то приобрел матку. Вообще никак они не отличаются. Какие были, такие остались. Как ни странно. Иногда бывают чуть-чуть другие варианты. Вот как вот эта вот одна семейка у меня есть.
Желтизна у них стреляет. Но здесь матка облетывалась тогда, когда у корники уже не было трута. То есть у нее уже она с трутом облетывалась. Таким попала. В основном это уже был бакфас, потому что это была вторая половина лета. Облет этой матки. Вот здесь устреляет рыжина, и то, как бы вам скажу, что небольшой процент. Ну, относительный, там процентов 30 пчелы с рыжиной. А вот здесь, смотрите, опять 25. Вся пчела серая один в один. 99% пчелы вся серенькая. Вон воровка, воровка рыжая лезет. Сейчас ей дадут просраться. Видите, воровка? Ах, получила. Еще самое интересное, воровки именно рыжие. Пчелы, которые с рыжиной, вот они именно воровки. Вот ее поймали, изловили рыжую, рыжую, рыжую. Давайте, дайте просраться. Вот так вот. Сейчас. Ну, здесь опять же покажу сейчас. Опять же. Фиг знает, какое поколение от карники. И смотрите, опять же, вся пчела один в один серенькая, видите? Карника. Хотя седьмое, восьмое поколение. Ну вот так вот. Так не странно. Хотя должно было, по идее, уже сплошные помеси бегать здесь, цветные. Пестрые. А оно нет. Даже когда держишь на одной пасеке и бакфас, и карнику, все равно у бакфаста в основном рождается бакфаст, а у карники в основном рождается карника. Хотя если бы по логике вещей, как говорят, что 70% передает трутень, то никакой здесь уже карники не должно получаться было бы. То есть не должно было бы сейчас из 5 семей 4 иметь 99% серой пчелы. Стабильной карники такой. Один в один карника, реально. И вообще никак не отличишь от карники. Потому что она один в один такая же, как карника. Ну, как изначально она была. Вот так вот. Не знаю, как это у бакфаста, я не пробовал, но у карники я сам вот проверил, что карника реально годами она сохраняет. Какой-то процент семей стреляет, где появляется больше желтизны, но если их браковать, реально можно добиваться там, что 9 из 10 семей будут иметь вот такие вот серую пчелу. Ну тут как бы не все эти пчелы дела, но просто что по цвету пчелы проще это определить. Что это карника, а не бакфаст. Проще определить просто. Для меня как рядового пчеловода, мне это проще определить. Наверное, по ХПП, по всему, по миролюбию там и так далее. То есть, ну, вот я занимаюсь, лажу, тут я. Дымарь даже не запаливал. Даже идет небольшое воровство, агрессия, они там грызутся. Тем не менее, на меня никто не нападает. И вот хожу. Где-то залазил в улей, заглядывал, как бы. Посмотрел корма еще. Прошел кормов достаточно. Короче, корма нюхали. Зимой карника, как всегда. Все пучком у них с кормами. Вполне достаточно. Если что, есть у меня там еще полтора корпуса рамок, в которых там еще есть мед. Если надо, будет кому-то подставлю еще. Не понадобится, пойдет уже на этот. Пакетом буду давать. Подставлю пакетом, когда буду формировать их, собирать. Потому что они надо дановской рамки, пакеты мне надо. Они будут занимать три корпуса додановская. Ну, три корпуса будет стоять, чтобы додановские рамки стали поперек, не вдоль. Ну, как не так, как она, а на ребро, как украинская рамка. Всем они будут ставиться. И остальное будет заполняться
пространство суши, и тогда можно уже подставить и мед им там. В общем. Вот так как-то. Опять начались облеты. Солнышко чуть-чуть вылазит, и все, и пчелы опять начинают летать. Только солнышко вылазит, они опять перестают. О, видите, вот. Разве это похоже на помесь? Это, блин, вся серая один в один пчела. 99% пчелы в семье серая. Так что, как-то так. Если бы были реально пакеты карники, чтобы я уверен был, что это 100% карника, я бы, конечно, лучше бы карнику взял. Пойдет и бакфаст, тоже нормально. Просто я как-то к карнике больше привык. Хотя против бакфаста ничего особо не имею. Нормальные пчелы. Вполне можно работать с ними. Если есть выбор, либо брать какую-то непонятную помесь, злую, агрессивную, рылевую, либо бакфаст, то, конечно же, я бы предпочел бакфаст. И предпочту бакфаст. Вообще, я всегда предпочту под породу, с которой работали. Многие десятилетия пчеловоды, чем непонятную помесь, которую по лесам где-то наловили, там, роями где-то там, по непонятным пасекам там, где не велась никакая селекция там. Кто занимался там свиноводством, там, ну, свиноводство, ладно, там, вот, например, те же куры, те же рогатый скот. Понимаете, что там корова обычная дворняга помесь, она может давать 10 литров молока, а хорошая породистая корова, она 30-50 дает. То же самое с пчелами один в один, поэтому я предпочту породистых пчел, хоть карники, хоть бакфаста, непонятным помесям. Это у меня помесь, но я с ней работаю. Это помесь моя, которую я под себя делаю, для себя. Я их отбираю, они их жестко тут селектируют, и мои условия, и природа. И я тоже выбираю только тех маток, вывожу, которые мне нравятся. Меня устраивает. Иди сюда, красотка. Вон, видите? Вот такая пчелка. Никого она меня не жалит, ни соседи не жалит никого. Не обижает, работает. Трудолюбивая, миролюбивая. И зимует. Даже небольшими семейками выживает. И выживает. Переживает такие морозы. Такая красоточка. Красота. Хоть пооблизывайтесь там. Северяне, кто севернее меня живет. Кого облетов нету, еще пооблизывайтесь. Хоть пооблизывайтесь. Я сам недавно облизывался. На днях у меня было холодно. Местами у людей летали пчелы. В той же Германии летали. Я смотрел, облизывался. А теперь чуть вас подразню. Порадуйтесь хоть со мной. Красоте. Обкакали. Обкакали пчелки. Это хорошо. Это к деньгам. Завтра едем на рынок торговать. Медком своим. Медок потихонечку подходит к концу. Ну так растягиваем. Свою клиентуру кормить. Чтобы у людей был медок. Когда им надо на столе. Поэтому наперед. Мало кто может сейчас себе позволить кризис бутыльками набирать. Зимой на данный момент. А вот небольшими баночками 0,25, пол-литра. Люди могут позволить себе потихонечку докупать, подкупать. И для меня это хорошо. Потихонечку денежка капает. Все, ладно. Прям пока. Дружбан звонит, пчеловод.